приветствую вас, друзья, на своем YouTube-канале. Это Али, ваш персональный гид в Индии. Сегодня мы с вами увидим этот Аграрский форт, который славится своими высокими красными стенами. Да, этот город стен мы с вами сегодня увидим. Вот первые входные ворота Аграрского форта, которые называются Амар Сингх ворота. В этом форте есть 4 входные ворота, которые также называются Делийские ворота, Лахорские ворота, Акбари ворота и Хиджри ворота. Только эти ворота, Делийские и Лахорские, открыты, через которые есть вход вовнутрь этого форта, а остальные 2 ворота закрыты. Находимся на территории Аграрского форта, который раньше назывался Бадалгарх. Бадалгарх – крепость, которая была построена индуистским князем, которого звали Бадал Сингх. Это было в начале 12 века. Но в начале 15 века тут правили делийские султанаты, которых звали Сикандар Лоди и Ибрахим Лоди. Ибрахим Лоди потерял этот форт у первого могольского императора, которого звали Бабур. В 1526 году при войне Панипат Ибрахим Лоди потерял этот форт. И после этой войны Бабур получил власть
и ветам форте Бабур построил акведук. После смерти Бабура его сын Хумаю получил власть и стал вторым могольским императором, который долго-то не жил в этом форте. Он предпочитал жить в Кашмире и в Лахоре. Лахор в настоящее время находится в Пакистане. Но в времена каждый могольский император в свое время что-то построил в этом форте по своему вкусу, по своему предпочтению. После Хумаюна его сын Акбар, которого мы еще называем Акбар Великим, получил власть и стал третьим могольским императором. И свой внешний вид, как сегодня этот форт выглядит, он свой внешний вид получил во время третьего могольского императора Акбара. Акбар приехал в Агру в 1555 году и стал жить в этом форте. Тогда этот форт также по-старому и был построен, но в его время Акбар решил его реконструировать. В 1565 году работа началась в этом форте, и они доделали его в 1573 году. 4000 рабочих каждый день работали и достроили этот форт по вкусу Акбара Великого. Акбар всегда предпочитал красный песчаник, инкрустация из белым мрамором на красном песчанике, высокие стены, высокие ворота и огромные дворцы из красного песчаника. Говорят, что у Акбара был в его дворе его историк, которого звали Абуль-Фазал. Когда они приехали в Агру с Акбаром, его историк написал в его биографии, что в этом форте в то время было больше 5000 дворцов, которых они разрушили, некоторые они перестроили, а другие они по-новому построили по вкусу Великого Акбара. Все высокие стены этого форта из песчаника, все высокие ворота в этом форте из песчаника и все дворцы, которые состоят из песчаника, это все было построено во время Акбара. Мы стоим сейчас перед дворцом, который называется дворец четвертого могольского императора Джахангира. Да, этот дворец построили во время Акбара, который был третий могольский император и отец Джахангира. Этот дворец он построил для своего сына, и в этом дворце Джахангир жил. Дворец этот построен по индо-могольской архитектуре, потому что у Джахангира были две жены, одна индуска и одна мусульманка. Поэтому дворец построили по индо-мусульманской архитектуре. Сейчас этот дворец называется дворец Джахангира, но до этого этот дворец назывался дворец Акбари. Да. Дворец Акбари. Но когда Джахангир родился, он вырос, и отец хотел, чтобы его сын жил в этом дворце. Отец приказал его реконструировать и переименовать. То давайте тогда пошли и посмотрим.
Так, сейчас мы с вами увидим эту большую чашку, или можно еще его назвать маленьким бассейном. Но это ванна Джахангира. Да, ванна Джахангира, которая раньше стояла внутри этого дворца. Потом, во время англичан, его много раз они пытались перестояться из одного места на другое место, но в конце концов они его поставили здесь, перед дворцом Джахангира. Так, Джахангир всегда предпочитал купаться в этой ванне. Три ступеньки снаружи и три ступеньки изнутри в этой ванне. И вокруг ванны написаны разные стихи на персидском языке, которые рассказывают, что это ванна Джахангира. И ванна называется Хоз-и-Джахангири. Так, мы теперь с вами войдем вовнутрь дворца Джахангира и увидим, что там есть. Тогда давайте пошли. Вот через эту галерею мы войдем в главную часть этого дворца. Потолок этой галереи был покрыт золотом во время монгольских императоров, потому что в то время не было электричества, и чтобы не было темно, они придумывали разные способы. Один из них был покрывать потолки золотом. И в этом же дворе находятся разные залы, которые они использовали по-разному. Например, зал, который за мной, его использовали как храм его индуистской жены. И рядом с этим залом есть другой зал, где видно вот разные арки. Его они использовали как гостиная императора Джахангира. И напротив гостиной тут был его спальня. И совсем рядом с спальней вот здесь была библиотека императора Джахангира. Вместо двери они предпочитали использовать ковры, чтобы накрывать эти залы. Разные ковры использовали в разные времена года. Например, летом использовали шелковые ковры, а зимой использовали шерстяные ковры. Сейчас мы с вами находимся в библиотеке императора Джахангира. Да, библиотека. Этот зал совсем рядом с его спальней, и зал назывался библиотека Джахангира. Джахангир любил читать, писать и рисовать. Так, для его книг он приказал делать такие полки, которые были украшены разными красками, даже из золота тогда не использовали. А краски они делали из разных полудрагоценных и драгоценных камней. В этом зале на каждой стороне вот такие полки сделаны для его книг.
как на другой стороне дворца Джахангира делается такой вид. Другие залы, посещали как другие аварки с дизайном дворца. Вот такие рекламы. Откуда видно, да, там любви. Прямо в центре тут этого дворца есть такой бак воды. Они его использовали для канализации. Вся грязная вода из всего дворца собиралась в этот бак воды. И внутри есть еще одно отверстие, через которое вода выбежала в ров, который вокруг форта, который построен вокруг форта. Пока мы с вами видели дворец четвертого могола Джахангира, но теперь начнутся те дворцы, которые были построены во время пятого могольского императора Шаджахана. Шаджахан – тот император, который ответственный за строительство великого храма любви Тадж-Махала. Да. Теперь мы с вами увидим разные дворцы, в которых Шаджахан жил летом, зимой, и которые были построены во время Шаджахана и по приказу Шаджахана. Так, самый первый увидим тот дворец, который называется Летний дворец. Само собой разумеется, что в то время не было электричества, и по такой погоде в Индии жарко, и летом у нас бывает даже плюс 48, плюс 49. И как они выживали в такую жару, и что они придумали, чтобы себя спасать от такой жары, давайте посмотрим. Уже находимся в летном дворце императора Шаджахана. Но этот весь большой зал построили во время третьего могольского императора Акбара. И как мы знаем, Акбар предпочитал строить свои здания из песчаника. Также и этот зал, он весь состоит из песчаника. Но когда император Шаджахан, он стал жить в этом форте, он решил летом время проводить именно в этом зале. И летом
и чтобы себя спасти от жары, он придумал один наилучший способ. Да, он приказал штукатурить эти красные стены с песчаника, которые состоят белым цементом. Белым цементом их штукатурили, и на крыше, как на потолке, надеюсь, вам видно дизайн большого бака воды по форме этого дизайна на потолке построили большой бак воды, который до сих пор есть на крыше. Его они наполняли водой, вода притекала вовнутрь этих стен, и штукатурка белого цемента охлаждалась. Так во всем дворце было прохладно, и им не было жарко. Так какое доказательство, что эти все стены песчаника, они штукатурены белым цементом? В каждом углу есть пространство между песчаником и белым цементом. Если мы в этом зале что-то стоя в углу говорим, то слышно в другом углу, напротив. Когда будете с вами это, попробуем. Так, мы с вами находимся уже в дворце императора Шаджахана. Да, частный дворец императора Шаджахана, где он жил со своей любимой женой, которую звали Мом Тадж-Махал, на память которой он приказал построить Тадж-Махал, мавзолей Мумтадж-Махала. И где после смерти императора, также его там рядом с женой похоронили. На следующем видеоролике мы с вами увидим Тадж-Махал. Но сейчас, как вам сказал, мы находимся в дворце императора Шаджахана. Да, в этом дворце он жил со своей любимой женой. А если император Шаджахан жил в этом дворце, то можно уже представить, что как роскошно выглядел этот дворец. Давайте немножко вам расскажу. Сейчас этот дворец уже не так выглядит, потому что много раз этот форт страдал, когда его ограбили многие разные индийские князи. Они атаковали здесь во время моголов, во время англичан и во время других князей и других правлений индийских князей. Так, форт много чего подрял и очень много раз страдал. Его уже почти ограбили. Но как этот форт выглядел, я постараюсь вам немножко рассказать. Например, на стенах, как эти стены они в то время украсили. Первый, как уже видно, что тут есть дизайны, в таких рамках они использовали стекла. Первых, что не было электричества, так они не могли использовать никакие лампочки, и чтобы и не было темно, они использовали днем этот природный свет, чтобы все во дворце отражалось и не было темно. Еще, они строили в то время вот такие окна с такими решетками, и чтобы продувало и не было жарко. И как еще они украшали эти стены? Делали разные рисунки на стенах и с разными красками. Краски, как уже до этого я вам сказал, они делали с разными полудрагоценными и драгоценными камнями. Например, из этих камней делали порошок, потом порошок они вымешивали в белый цемент или в какой-то другой и делали по секретному рецепту эти краски. И этими красками они украшали и стены дворцов великих моголов. Thank you.
вами находимся в одном из самых огромных дворцов этого форта Агри. Этот дворец называется Диван-и-Ам. Диван-и-Ам значит зал для аудиенции. Диван-и-Ам построили во время императора Шаджахана в начале 17 века. И за что построили этот Диван-и-Ам зал? Конечно, могольские императоры всегда пытались узнать, что именно происходит у них в их империи. Так и что именно и народ думает об императоре. Так поэтому они в какой-то определенный день, в каждую неделю приглашали обычных людей из города, чтобы с ними встретиться, чтобы узнать их проблему. Так для этого и строили в каждом форте моголов зал для аудиенции. Это зал, как вам сказал, один из самых огромных залов этого форта. И в этом зале находился трон императора Шаджахана, который один из самых известных тронов какого-то императора в мире и один из самых дорогих тронов того времени. Трон назывался трон Павлина. Да, его сделали из золота и почти 10 миллионов рупий в то время император Шаджахан потратили, чтобы делать его трон из золота и с разными драгоценными и полудрагоценными камнями. Именно в этом троне и наверху был фиксирован один из самых дорогих бриллиантов мира – Кохинур. Вот где император Шаджахан сидел, и на этом троне из мрамора сидел его министр. Император Шаджахан там, наверху, на своем троне, трон Павлина. В зале вот здесь народ собирался, и они сидели на полу. Само собой, да, тогда пол так не выглядел. Они его накрывали коврами разными. Также и эти арки снаружи они закрывали коврами разными. Как я вам сказал, в разные времена... годы разные ковры, шерстные летом, простите, шерстные зимой, шелковые летом и другие. Потолок этого зала, как сейчас вы видите, уже ремонт сделали, штукатурили белым цементом, но в то время, как не выглядел, весь потолок был покрыт золотом, даже эти огромные колонны, которые сейчас штукатурены белым цементом, тогда они все были покрыты золотом. Могила одного из британских губернаторов, которого звали Рассел Колвин, который умер в этом форте во время восстания сепоев. Да, восстание сепоев было в 1857 году, когда почти вся Индия противостояла против англичан. И Джон Рассел Колвин в то время находился в этом форте, и из-за холеры он умер, заболел холерой и умер в этом форте. Его англичане решили тогда похоронить именно в форте, потому что не могли выходить из форта из-за восстания. Вот, ребята, сейчас мы стоим у ванны для женщин в этом форте. Ванна для женщин называется Зеркальный дворец. Почему называется Зеркальный дворец? Потому что в этой ванне на стенах, на потолке везде использовали маленькие-маленькие кусочки зеркал, которые инкрустированы в стенах и на потолке. А почему они использовали эти зеркала? Как известно, в то время не было электричества, чтобы главным женщинам этого форта не пришлось в темноте купаться. Император Шаджахан приказал построить такую ванну с зеркалами, где при свете одной лампады
Севана освещалась. Вот сейчас мы находимся у частного дворца императора Шаджахана. Как вам сказал, что на каждой стороне рядом с частным дворцом императора Шаджахана, где он жил со своей женой, находится Палькин дом. Как вы можете видеть, на каждой стороне есть Палькин дом. Но перед этим дворцом еще есть этот сад, который называется Виноградный сад. Да, этот виноградный сад сделали по приказу 4-го могола Джахангира. Почему называется Виноградный сад? Говорят, что Джахангир любил пить виноградное вино. И чтобы сажать здесь виноград, почву специально привезли из одного из индийских штатов, называется Кашмир, где почва очень плодородная. Из Кашмира привезли сюда в Агру почву и стали сажать виноград. И из тех виноградов делали вино для 4-го могола Джахангира. Но когда 5-й могол император Шаджахан построил свой частный дворец, свою спальную здесь, тогда он приказал сажать в этом саду вместо виноградов цветы розы. Да, вы можете теперь представить, что тут есть цветы розы, ветер продувает, в центре которой есть бак воды, ветер трогает цветы, воду, и какой аромат вы его спали. Романтично. Так, друзья, мы сегодня с вами увидели этот огромный аграрский форт города Стен. Но вы знаете, это еще только 25% часть этого форта. 75% часть форта под индийской армией, где нам запрещено. Так, очень надеюсь, что вам понравилось со мной сегодня. И надеюсь, что вы подпишитесь на мой YouTube-канал, чтобы получить еще больше информации о могольских императорах, чтобы посмотреть еще новые видеоролики о новых местах, о разных исторических зданиях и разных монументах. Тогда до скорой встречи!